Компания «Астрон» занимается проектированием и производством быстровозводимых зданий промышленного, коммерческого и спортивного назначения. Наш завод находится в Ярославле. Мы приглашаем вас на экскурсию. Отправьте заявку по ссылке в описании к этому видео. Зачастую предприниматели, планирующие строить здание, к примеру, цех или склад, превосходно разбираются в своей сфере бизнеса, однако в строительстве экспертами не являются, что вполне естественно, каждый должен заниматься своим делом, и это осложняет им выбор поставщика и подрядчика на строительство. Мы выделили 7 важных моментов, на которые заказчикам стоит обратить внимание. Первое. Финансовая стабильность поставщика. «Астрон» входит в крупную международную группу компаний «Бриян» с годовым оборотом 400 миллионов евро. Это обеспечивает устойчивое положение «Астрон» на рынке и гарантирует исполнение обязательств даже в кризисные времена. Также это дает компании возможность предоставлять заказчикам банковские гарантии и аккредитивы. Второй момент – это опыт. За 60-летнюю историю «Астрон» поставил более 60 тысяч зданий почти во все страны Европы и СНГ, а также реализовал проекты в Африке и Южной Америке. Мы точно знаем, как правильно запроектировать здание для любого климатического региона и не будем тренироваться на вашем проекте. Наоборот, подскажем вам, какие параметры будут оптимальными именно для вас. Третье – проектирование. У нас есть собственное проектное бюро, которое выполняет раздел КМ и разрабатывает чертежи под наше производство. Это гарантирует грамотное проектирование с учетом всех технологических особенностей здания и региона строительства, а также качество произведенных элементов, их соответствие проектной документации и идеальную совместимость на монтаже. Четвертое. Комплектность поставки. «Астрон» работает по принципу одного окна. С нашего завода на стройплощадку приезжает полный комплект конструкции, чтобы собрать коробку здания, включая герметики и крепежи. Это исключает простое и пересортицу. Вы можете быть спокойны. Ваше здание соберется как конструктор и точно в срок. Пятое. Ширина свободных пролетов. Здания «Астрон» отличаются большими свободными пролетами шириной до 100 метров. На сегодняшний день максимальный пролет, реализованный нами в России, 78 метров. Это «Платинум-арена Красноярск», построенная к универсиаде 2019 года. В 2023 году в Азербайджане мы реализовали авиаангар с пролетом шириной 80 метров и высотой 22 метра до низа несущих конструкций. Гигант во всех отношениях. В 2022 году в Германии был реализован проект со свободным пролетом шириной 97 метров и высотой в коньке 22 метра. Шестое. Диапазон кровельных решений. Из наших технических решений особого внимания заслуживает уникальная фальцевая кровельная система LMR-600. Она герметична, долговечна и проста в эксплуатации. На данную систему «Астрон» предлагает расширенную гарантию от протечек до 10 лет и гарантию от сквозной коррозии до 20 лет, благодаря применению стали с алюмоцинковым покрытием. Седьмое. Скорость реализации проектов. «Астрон» — это воплощение понятия «быстровозводимые здания». Для примера, завод «Камацу» в Ярославле площадью 50 тысяч квадратных метров был смонтирован всего за 5 месяцев. Скорость монтажа составила 10 тысяч квадратных метров в месяц. И это не предел. Павильоны выставочного комплекса «Казань-Экспо» совокупной площадью 63 600 квадратных метров были построены за 4 месяца, а скорость монтажа достигала 16 тысяч квадратных метров в месяц. Для удобства заказчиков мы разработали специальный инструмент, который помогает сравнивать различных производителей быстровозводимых зданий. Если вы сейчас как раз ищете поставщика для своего проекта, рекомендуем воспользоваться экспресс-анализом, чтобы сузить выборку. Ссылка в описании к видео. И последний момент.
Все наши преимущества лучшим образом иллюстрируют наши проекты. Мы активно публикуем фотографии со стройплощадок, подробно рассказываем о наших проектах и делимся экспертизой в строительстве. Подписывайтесь в любой удобной для вас соцсети. Ссылки в описании к видео. Следите за нашими новостями и будьте с нами на связи.